Аз меня зовут Авдем Конфиса, мне 5 лет. Хожу в менеджер группы «Солнышко». Хлеб на коровенный, стаканчик на бери. Из мыльной пены мы будем пузыри. У меня голубые мыльные пузыри. Вода из них как-то закончилась. Мне снова было интересно, можно их приготовить самой. Стрессов продолжила провести свое исследование. Я из книжки узнала, что пузыри – это тонкая пленка мыльной воды. И сразу я рассказала, как можно приготовить мыльные пузыри. Приготовление взяла 2 чайных сахарной ложки, воду и шампунь. И воду немножко. И мыльные пузыри у меня приготовились. Мое исследование получилось прекрасно. Спасибо за внимание.